Ай-яй-яй, какая красота посередине парка. Чайничек и две чашечки. Приглашают к чаепитию. И тюльпанчики. Эти почти еще не распустились. Травы почему-то почти. Людей по болях. И за пруда. Тут, по идее, должны жить какие-нибудь лебеди. Какие-то птички, может быть, и живут. Но нет. А нет, кого-то кормят. Ну-ка, сейчас подойдем, посмотрим, кого там кормят. Что там есть? Никого там нет. Я так поняла, что мы вот туда идем, там, где мечеть. То ли исторический памятник, то ли действующая. Пойдем посмотрим.